Ребятки мои, всем привет-привет! На канале «Пиратская жизнь». С вами Нина. У меня сегодня день рождения, 5 октября наконец наступило. Мне сегодня 38 лет. Смотрите, мне что сегодня утром привезли. Ой, смотрите какие. Ой, какие. Ух ты. Крупные, кстати, такие прям здоровские. Эх. Короче, вот они у нас. Ой, 3 килограмма раков заказала. Вот это нам сегодня на стрим. И плюс еще у нас пойдут они на день рождения. О, живые. Видите, все дергаются. Щик-щик. Щик-щик. Зову щеку. Жалко, конечно, но что ж поделаешь. Тут сидят там, шкрипычат. Пацанчики. Ай-ай-ай. Живые-живые. Привет, привет. Дергаются. Крупные такие, кстати, хорошие раки. Заказала крупных 3 килограмма. Вот, на 6 тысяч мне вышло. Там еще 500 рублей доставка. Вот. Как, кстати, мужчина сказал, что, например, знаете, как их хранить? Так, тихо. В общем, как их хранить, ты просто в холодильник убираешь. И все. Они так, как кто-то сказал, заснут. И все. Говорят, некоторые их убирают в воду, но это плохо. В воде они просто умрут, им типа кислород нужен. Вот, насчет варенок, он сказал, 2-3 дня максимум они полежат. То есть лучше их подержать. Поэтому, наверное, сегодня половину сварим, а половину сварим в следующий день. Ну, как раз на день рождения. Прикольные такие. Вообще. Вот так. Вот так вот. Вон они. Вон они. Бежали. Я дома оставила пакет. Не разбегутся. Один прям шустрый такой. Сегодня их вылавливали. Из реки. Речные. Забавно. В общем, вот. В общем, вот. Как говорится, у меня снова в мире животных. А, и Вов, кстати, убежал. Да. Надеюсь, это. Посмотрим. Пацанчики. Пацаны, пацаны. Ну, пока живите. Ну, я так понимаю, кормить их не надо. Ничем не надо. Вот здесь пополз, пополз. Фига себе, крупный такой. Хороший, хороший. Говорит, самочек положил. Икра у них под панцирем. Там некоторые убегают. Короче, вот так. Так, ребятки, я тут решила их это выбрать. Кто у нас сегодня пойдет на ужин? О. Беру вот этой штучкой. В противном случае кусаются. Кстати, действительно очень крупные раки. Мы в прошлом году заказывали, и они, знаете, были помельче. А тут прям все отборные. Тут в килограмме, по-моему, 12-15 штук идет. Вот здесь. Сейчас мелких выберу. А остальных уберем в холодильник. Смотрите, какие. Давайте. Пораньше мужчина позвонил сегодня, говорит, я пораньше приеду. Крупненький. Говорит, вы дома? Говорю, да. Я дома. Так. А остальные в холодильник пойдут. Ух ты. Это еда. Знаете, раков готовят вообще живыми. Вот. Это вот такая вот особенность именно. Ну, лучше, видите, убрать их в холодильник, чтобы они как это заснули. Заснули. Вот. Чтобы им было не так больно. В Таиланде, кстати, тоже живых креветок готовят. Вот. И их в ледяную воду убирают. Куда это? Забрался. Стоит, боятся. Куда пошел? Давайте маленькими крышнями. Я в прошлом году, знаете, вот я когда первый раз готовила, да, прям так. Сейчас уже как-то попроще примахнуть. Тут несколько самочек, кстати, есть, сказали.
А главное, чтобы они отсюда никуда не убежали. Так. А слушай, а прилично так трёх килограммов-то их. Слушайте, хорошо, так не сунул даже никаких мелких. Нет, все живые. Все хорошие. Я побежал туда. Один. Опа. Мелкий. Мелкий. Оп. Сюда. Нет, все, кстати, живые реально. Их дергаешь, и они начинают оживать. Оп-оп. Видите, прикиньте, я вот первый раз слышала, что можно их в холодильнике хранить. Удивительно. Так, ну-ка. Давайте еще парочку выхватить. Оп. Это у нас на этот вечерний мукбанк будет. Не мукбанк, а этот стрим. Стрим. Оп. Ну и все, наверное. А это тогда у нас пойдет на день рождения. Вот так вот. Ду-ду-ду-ду-ду. И здесь я что-то туда-сюда. Зашебуршились. Вот такая вот дела. Ну, вообще, это, знаете, это больше как это, развлечение, нежели чем это, закуска. То есть, ну, в плане того, что развлечение поковыряться у них. Знаете, как креветки берешь. И все. А в Таиланде, кстати, еще и крабы там живые. Все, вот. Такие они у нас. Так, ну что, занимаемся делами. Сейчас нужно завтрак приготовить. Знаете, у меня, как всегда, я не могу доверить Вовану готовить завтрак. Тем более, я буду все делать сама. Тем более, что не вернулся. Что-то сейчас, знаете, я прям раскашиваться прям не могу. Так, пардон. Звонит. Он, походу, звонит. Сейчас, секунду. Здоровья, счастья. Спасибо большое, тетя Тонь. Спасибо. Удачи, чтобы все у тебя ладилось. Ой, спасибо большое, тетя Тонь. Спасибо. Нормально, потихонечку. Все хорошо. Ага. Вот в этот раз дома остались. Сейчас вот такой небольшой ремонт делаем. Такой в квартире. Ага. Вот. Тетя Тоня звонит. Тетя моя. Любименькая. Да. Мы с ней постоянно общаемся. Хорошо. Всегда ее очень любила. И люблю. Поболтали. Каждый год она меня поздравляет. Каждый год. А периодически, знаете, когда мы там где-то разъезжаем, вот, невозможно было с ней поговорить из-за роуминга там и прочее. Но она каждый год помнит и постоянно поздравляет. Я тоже ее постоянно поздравляю. Вот. У нее день рождения зимой, в декабре. Вот. Блин, что-то я раскашиваться не могу. Холодную что-то попала. Вот у меня вторая часть марлезонского балета опять кашлять начинала. Чтобы не болеть. За здоровье. Кстати, сейчас почитала комментарии. Огромное спасибо всем тем, кто поздравил. Пожелал много здоровья, счастья, любви. Денег пожелали. Спасибо. Прямо от души. Спасибо вам огромнейшее. Так. Я хочу сейчас... Хочу сейчас заварить себе клюкву. Кстати, вчера... Не клюква, а это... Облепихи. Кстати, как раз у тети Тони вот и... От тети Тони отец и привозил одну клюкву. Мраки у меня там вообще уже не колышутся. Холодильник убрала. Так. Сейчас мы тогда их немножко присыпем. Я уберу часть. Кстати, пакет наконец купила. Вот остальное сейчас сделаю себе морсик такой вкусненький. Вот у меня такой а-ля морс. Вот. Хорошо, кстати, такая, это, как она называется-то, ну, это вот, облепиха, вот, вспомнила. Вспомнила название. Мусора, кстати, практически вообще нет. Я прям, знаете, так кипятком прям так заливаю и все. Кстати, наверное, лучше два пакетика пересыпать. Вот сюда мы сейчас сделаем.
сторон. Вот, все ягодки. Сейчас я заварю вкусного морсика. Кстати, реально так здорово получается. Вообще тема. Тема. Так, оп. 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 Пакетик. Так вот, наложить надо чуть-чуть. Мучу. С этой обрепихой. Сейчас расформирую просто по пакетикам. Все, можно потом прямо даже замороженную. Ее раз. И все. Один раз. Еще один пакетик. На три раза еще сделаем. Просто если сейчас ее не убрать, она забродит. Вот, и будет совсем не очень. Что лучше сразу убрать в морозильничек. И все. А потом доставать, делать с ней чай. Там даже, знаете, как не чай получился, какой-то, как, ну, такой, как морс, что ли. Ну, прикольно, мне понравилось. Вкусно, я вчера пила. Он пил. А я вот морс. Целый чайник вот этот выпила. Мне прям очень понравилось. Оп. Оп. И все. На три раза есть. Кстати, первый раз узнала, что, оказывается, раков нельзя морозить. Ну, что значит оказывается? Ни хрена нельзя в морозилку-то. Нельзя. То есть, если креветку у нас замораживают, то тут нет. Оп. А три раза. Оп. 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 Все. Три чая потом смогу сделать. Замечательно. Так, сахарочек туда еще надо добавить. Ой, не могу. Что-то я раскашлялась. Как раз лишний раз мне будет это полезно. Витамины. Ой, кстати, столько реально хороших комментариев. Ну, конечно, гадкие тоже написали. Я их удалила, всех поблокировала. Говорит, все, нафиг. Нафиг спляжу, я тут ляжу. Вчера вот делала. А, кислая она такая. Лучше ее так немножко побольше сахарочку. Блин, лаван все равно не бьет. Мне все достанется. Я ее даже не давила, не мяла. Прям так заливаешь кипятком. Здорово. Так, все. Что у нас здесь есть? Напожрать. Надо пожрать, у нас есть сардельки. Вон еще колбаска, мяско. Так, баланс, прикиньте. Соус сейчас вот. Не упер, а этот лишний взял. Зафига все не. Не надо. Пей, как говорится, ешь. Так, сейчас сварим сардельки. И сколько у вас сардельки варите? Завтра тоже надо обедать. Ладно, две штучки хватит. Яичную кость сделаем. Ой, не знаю, с чего начинать. Настроения готовить, конечно, вообще нету. Вообще. Ну, что ж поделаешь. Доля наша такая. Вечером роллы закажу. Вот. А завтра сходим, купим овощи, вот, алкашки купим и прочее. И все, и будет все хорошечно. Какие-то маленькие сардельчики-то совсем. Ладно, не маленькие, не хочу особо. Знаете, вот что-то даже аппетита особо нету. Говорю, настроения нету вообще. Вроде день рождения. Кстати, там кто-то писал, что у меня как-то 6-го день рождения, нифига. У меня 5-го. А у Путина, кстати, 7-го. С днем рождения, вон, с прошедшим. Тоже.
тоже девушка сегодня на Дзене написала, вот, что у нее тоже сегодня день рождения. В общем, у кого был день рождения в эти дни, поздравляю всех. Вот. Кстати, на Дзене очень много фотографий, там всяких картиночек добавили. Там очень приятно. Все-таки на Дзене у меня девчонки подобрее. Подобрее. В основной своей части. Больше как-то адекватных людей. Не, на Ютубе тоже очень много хороших людей, но на Дзене они чаще встречаются. Но в любом случае, всех, кто поздравил, не написал гадости, превзошел себя. Хочу сказать огромное спасибо. Так. Бутер, колбаска. Сейчас сделаем бутербродики, яишенку. О, вот эту вот фигню купили. Можешь попробовать. Сколько как греется. Так, думаю, хлеб. А, хлеб у меня, кстати, вкусный вот этот. Батон. Батонидзе. Плюс купила паштет. Нам очень нравится. Паштет вкусный такой, прям, знаете, очень вкусный такой паштетик. Так, это вовсе бутерброд так и недоеденный. Так жарко вообще. Везде, кстати, включили отопление, все. Жара. Теперь чем? Так. Батончик. Батончик, 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 батон. Вот кролики теперь такой не едят. Кролики такого не едят. Там есть охота. Сейчас кусочку. Я ждала, кстати, звонка. Всегда жду. Здоровья всегда и желаю. Вот говорит тоже, ножки уже плохо ходят. Но она уже старенькая. Уже года-то, знаете. Она младше отца. Вот, но тоже уже в годах. Ну, тетя Тамара вот в прошлом году не стала. Или в позапрошлом уже. Что-то уже потерялась по времени. Так быстро время летит, знаете. Раз, и уже год пролетел. Раз, все. Только и говоришь. 38 лет. Вот меня мама 38 родила. Я сейчас в возрасте моей мамы. Никогда она меня родила. Так вот, у нее 29-го был. То есть она меня родила 5 октября. Так, вкусный паштетик. Вот это, кстати, паштет черношихинский, мне очень нравится. Он нежный такой, прям реально, знаете, очень похож на прям натуральный. Ну, он, наверное, есть натуральный. Знаешь, какими-то добавками там всякие разные. Так, все, заливаем свою облепиху. Пускай она у меня тут заваривается. Помять ее. Опять звонят. Так, вспомни. Алло. Пожелать вам финансового благополучия, здоровья вам и вашим близким. Благодарим вам за то, что вы остаетесь с нами, являетесь нашим партнером. Я не ваш партнер. До свидания. С банка звонил. Вы являетесь нашим партнером. Я не ваш партнер. Идите в жопу. А знаете, кто меня сегодня первый поздравил? Письмом. РЖД.
карте РЖД. Вы являетесь нашим партнером. Заблокировать нам. Подойди. С камерой. Даже день рождения звонят. Так, чай. Вот такой не пью. Буду одна. Господи, ну забрали. Ну забрали же, да? Идите в жопу. Ну, я себе вам потратил бабла. Жесть. Сейчас, я так понимаю, придет уже скоро. Денег много потратил. Ну, у нас карточка общая, поэтому мне все приходит. Все отчеты. Гульнул. Я чувствую, припрет охапку. Хотя, знаете, вот последний раз покупали цветы маме на могилу, хризантемы. 300 рублей штука вообще. Цены, конечно, сумасшедшие. Сейчас на все цветы. Просто ужас. Помню, раньше розы были до 100 рублей. Сейчас, да. Вроде, знаете, я что, девочки, я очень не люблю цветы, когда мне дают вообще. На самом деле, не очень люблю. И мне нравится, конечно, как любой женщине нравится. Но, честно, я не очень люблю. Потому что они очень быстро увядают. И бывает такое частенько, что вот Вовка мне это тоже дарил. Он там домой принес. Они денечек постояли, кстати, денечек. И на следующий день их уже в шапочке вот так. Очень обидненько. Очень обидненько. И думаешь, господи, такие деньги большие. И они вот так вот за раз и все. Они, к сожалению, увядают. Вот, но тем не менее. У нас же общий бюджет. Поэтому считайте все из одной копилки. У Вована нет заначек. У меня больше заначки есть. Вот так вот. Так. Сместить-то. Чтобы все влезло. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Все хорошо. Все, бутербродики. Бутербродики. Люблю, знаете, цветы, розы с такими большими шапками. Знаете, что прям вот крупная такая вот роза. И много не надо. Там несколько штучек и все. Вот этого достаточно. Так, крошку убрала. Замечательно. Колбаска. Так, колбасочки. Оп. Оп. Это банк я так о себе напоминает. Вы являетесь нашим партнером. Я не ваш партнер. Идите в жопу. Отмечание-то у нас основное будет выходные. Когда родственники будут. Сейчас так. Для себя любимых. Посидим сегодня романтически. Я на вечер Алены закажу. Еще вечером стрим хотим сделать. Вот. Будет здорово. Так, еще мне уже сардельки сварить. Сейчас еще яичнику сделать. И огурчик, помидорчик и все. Сейчас сколько съедим, столько съедим. Ой, вот это вот вкусненько вообще. Рулетик. Раз, кусочек. Оп. Оп-оп-оп. Блин, там у меня сейчас сыр. Ну, такие бутерброды огромные вышли. Оп, так, раз, два, три, четыре, шесть, все. Та-дам. Все. Алан любит это дело. А мне, кажется, ничего не жалко. Мне для него ничего не жалко. Я его тоже люблю. Какой бы он ни был, знаете, что-то. Некоторые мужики своих баб день рождения не просто поздравляют, они их еще и бьют. Бывало такие случаи. Иди. Вон, включите мужское, женское, там что только не бывает. Ну, что? Убрала. Так.
Так, за что хвататься не знаю. За что? Тетя Тонечка. Моя любимая тетя Тоня. Любила ее, люблю и буду любить. Заваливаюсь чаечек. Ну, сейчас, знаете, это как это, типа такой морс получается. Переставляем. Так, овощи. 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 Вообще, на самом деле, насчет дня рождения, знаете, у меня больше хлопот, чем праздника. Я, кстати, откровенно признавалась, что я не очень люблю гостей. Вот. Я люблю ходить в гости. Вот. И, как всегда, не с пустыми руками. Вот. Но, честно, сама не очень люблю. Хотя стараюсь принимать прям по красоте. Ну, как-то, знаете, вот. В моей жизни достаточно много общения. То есть даже вот канал, там, знаете, постоянно пишут там туда-сюда. То есть у меня нет такого, чтобы я постоянно где-то испытывала какой-то недостаток в общении. Вот, плюс у меня муж 24/7 со мной. Вот, поэтому иногда, знаете, никого не хочется видеть, иногда просто хочется зарыться там подушку в одеяло и вообще никого не видеть. Вот, поэтому, честно, откровенно говорю. Вот, многие люди тоже, кстати, тоже писал, читал комментарии, я не одна такая. Нет, да. Есть люди, которые любят принимать гостей, прям любят. Я что-то, знаете, у меня в молодости столько этих гостей было. Вот. Что-то не самый приятный опыт был. Приходили, чуть ли не квартиру разносили. Вот я там убиралась. Вот. И, знаете, у меня не очень приятный опыт, поэтому, так сказать, не очень люблю это дело. Причем я откровенно признаюсь. То он постоянно, ой, пригласи. Приглашаю по праздникам большим и веселым. И все. Так просто, пардон. Давайте мы к вам. Тем более, знаете, людям ехать далеко. Нам, как говорится, на своих двоих проще собраться и быстренько приехать. Вот так вот. Так, яичницу сейчас делать и все. Глазунью. А насчет, знаете, с пустыми, не с пустыми руками. Я никогда не езжу с пустыми руками. Если я не вижу какие-то подарки, то я всегда зайду в магазин. Или что-нибудь возьму. Никогда такого не было, что я была с пустыми руками. Я так вам пришла. Вот так. А знаете, там торты, эти, там туда-сюда. Сколько я вещей вожу? Давайте уже посмотрим. Правде в глаза. Не одну десятку тысяч каждый раз. Что уж, пардон. Извините, что какой-то дешевый тортик за 300 рублей в магазине не купила. Грешна. Кстати, надо торт купить завтра. Надо купить торт. Так. Пытаюсь в голове вот это все удержать, что нужно сделать. У меня просто, знаете, для меня день рождения это хлопота. Что мой день рождения, что Вовкин. Вы знаете, какой-то радости особо нету. Может быть, вечером, когда мы там бутылочку шампанского выпьем, я расслаблюсь, то да. А так? День и день, по сути. Обычный день. Не знаю, некоторые старики вообще не отмечают. Так, тарелки, кстати, надо еще сходить сегодня забрать.
продуктам, которые я заказала. Есть какие белки, я вообще. Надо забрать тарелочки. Ну ладно, все, будем заканчивать. Вот так у нас выпуск затянулся. О, давайте на следующем мукбанке. Сейчас Аполлан придет, посмотрим, что он там навыбирал. Вот. Ну, денег, судя по отчету, прилично потратил. Прям так вообще. Все, люблю всех, целую. Сейчас будем кушать. Заходите на мукбанк. Пока-пока.